Hola a todos! Всем привет! Меня зовут Ирина Мовсисян, и сегодня я буду учить тебя испанскому языку, хочешь ты этого либо нет. Сегодня мы с вами поговорим про отклоняющиеся глаголы. Вот мы глаголы спрягаем, у нас есть три спряжения на ar, er и ir. Вот сегодня, оказывается, еще есть и отклоняющиеся глаголы. Давайте рассмотрим первый глагол. Сегодня мы посмотрим на глагол tener – иметь. Я имею маму, я имею папу, я имею кота. Вот в русском языке мы говорим «у меня есть кот, у меня есть собака». А в испанском языке мы скажем дословно «я имею собаку». И глагол «иметь» будет «tener». Глагол «tener» является глаголом второго спряжения и имеет окончание «er». Все правильно. И когда мы видим спряжение глагола, вот они наши окончания. «Осе», «эмос», «эйс», «эн». Да, спряжение у нас правильное, но глагол является отклоняющимся. Это значит, что он отклоняется от нормы. В данном случае глагол «tener» имеет корневую гласную «э». Посмотрите, пожалуйста, «ten» – это корень, «r» – это окончание. Вот в корне «ten» у нас есть корневая гласная «э». И данная гласная у нас будет распадаться на две гласные «и», «э». Она будет распадаться во втором лице «ты», в третьем лице «он», «она» и в третьем лице множественного числа «они». И в данном случае мы видим сапожок. Посмотрите, он похож на такой ботинок. Да, это правило, что в этих формах что-то отклоняется. А вот в первой форме прибавляется буковка «г». Не «тено», а «тенго». Давайте посмотрим на формы. «Tengo», «tienes», «tiene». Tenemos, tenéis, tienen. Еще раз. Tengo, я имею. Tienes, ты имеешь. Tiene, он имеет, она имеет. Tenemos, мы имеем. Tenéis, вы имеете. И tienen, они имеют. Ну что ж, давайте мы с вами запомним данные формы. Ваша задача остановить видео, посмотреть на них. Потом убрать глаза с видео, закрыть глаза. Повторить на память. Либо выключить видео, либо отвернуться от него, взять ручку-листочек и написать формы на листочке. Именно так вы сможете запомнить правописание. Если вы аудиал, тогда перемотайте видео, послушайте видео еще раз, чтобы формы вы услышали и смогли повторить. Давайте я вам расскажу, что у меня есть. У меня есть мама, папа, бабушка и кошка. Tengo una madre, un padre, una abuela... И una gata. ¿Qué tienes? А что есть у тебя? Посмотрите, пожалуйста, что форма глагола tener, tengo, я г не забываю. И вторая форма tienes у меня распадается э на ие. У меня есть мама, una madre. Я показываю, что у меня есть одна мама. И после глагола tener у нас используется неопределенный артикль. Поэтому я везде поставила неопределенный артикль и показала, какого рода слово. Una madre – девочка, un padre – мальчик, una abuela – девочка, una gata – девочка. А что есть у тебя? Я поставила два знака вопроса, потому что в испанском языке мы вначале ставим знак вопроса, только перевернутый, и в конце ставим. Итак, ¿qué tienes? А что есть у тебя? Напиши, пожалуйста, в комментариях внизу, а кто в твоей семье, кого имеешь ты дословно, кто у тебя есть? Напиши в комментариях, а я проверю. Давайте мы с вами посмотрим на другой глагол отклоняющегося спряжения, глагол «salir» – «выходить из дома», «выйти погулять». Итак, «salir» у нас является глаголом третьего спряжения. Кстати, хочу заметить, что глаголы любого спряжения могут быть отклоняющимися. Отклонение у нас идет при спряжении в какой-то части этого спряжения. К примеру, у глагола «salir» есть только одно отклонение – это вот в первом лице прибавляется буковка «г». Точно так же, как буковка «г» прибавлялась к слову «tener» – «tengo», здесь то же самое правило – «salir» – «salgo». Все остальные формы обычные, нормальные, там нет отклонения. Но глагол является отклоняющимся, потому что в одной форме он уже отклоняется. Итак, «salir» – «выходить». «Salgo» – «я выхожу». «Sales» – «ты выходишь». «Sale» – он выходит. Salimos, мы выходим. Salís, вы выходите. Salen,
Они выходят. Давайте мы с вами посмотрим. Salgo de casa con el padre. Итак, de – это предлог из. Я выхожу из дома с папой. Я, кстати, использовала артикль el, показала, что папа мужского рода. Salgo de casa con el padre. Я выхожу из дома с папой. No sale de casa hoy. Слово hoy – это сегодня. Но это отрицание. Не выходит он. Sale – это третье лицо. Он не выходит из дома сегодня. Ну, либо она не выходит из дома сегодня. Итак, глагол salir является отклоняющимся. У него первое лицо отклоняется – salgo. Также мы с вами учим предлог de, предлог con и слово hoy – сегодня. Еще одним глаголом отклоняющимся спряжения является глагол делать – hacer. Hacer. У него тоже изменяется только одна форма – ago. Тут вообще исчезает буковка «с». Она меняется на другую букву. Ago, ago, я делаю. Дальше все по правилу. Haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Итак, ago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Учим данные формы и еще прописываем дома в тетрадочке. Давайте мы с вами посмотрим на вопрос «Qué haces?» – «Что ты делаешь?» Вот я своих студентов на уроках по Skype всегда спрашиваю «Hola! ¿Qué haces?» – «Чем занимаешься? Что делаешь?» Ну и у меня студенты чаще всего отвечают «No hago nada!» «Я ничего не делаю, тебя жду, урок жду!» «No hago nada!» Посмотрим, пожалуйста, я использовала отклоняющуюся форму глагола hacer. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Молодцы, дорогие мои друзья, давайте мы с вами запишем данный пример. Выпишем глагол hacer, он переводится делать. Дорогие друзья, если вам кажется, что я говорю слишком быстро, вы всегда можете перемотать данное видео и послушать еще раз. Я считаю, что испанский язык достаточно легкий язык, поэтому выучить его можно достаточно быстро. Я считаю, что испанский язык можно вообще выучить за месяц, за два и начать хорошо говорить, хотя бы на уровне intermediate, если заниматься каждый день. Есть два варианта, как можно со мной заниматься. Можно заниматься один на один по Skype, можно вдвоем заниматься, или вы можете заниматься по моим видеокурсам, где вы также можете оттренировать практику говорения. Ну что ж, учить испанский нужно, учить испанский легко, это один из самых легких языков. Я считаю, что он намного легче, чем немецкий или английский, и, конечно же, русский или китайский. Испанский можно выучить очень быстро. Кстати, если вы любите путешествовать, вы можете попрактиковать ваш язык в Испании, в Аргентине, в Мексике. Мне кажется, что на испанском говорят даже больше, чем на русском языке. Ну, естественно, испанский более востребованный. Если вы хотите заниматься бизнесом, может быть, у вас друзья в Испании, может быть, вы просто обожаете путешествовать по всевозможным отелям, тогда да, вам нужен испанский язык. В общем-то, тренируйте ваши навыки. Если хотите тренироваться со мной, приходите ко мне, пишите мне личное сообщение на почту, можете также написать мне ВКонтакте. У меня есть марафоны, которые я провожу в Инстаграме. Вы занимаетесь по моим видео, а дальше мы созваниваемся, и я проверяю ваши знания. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, следите за новостями. Soy Irina Movsesyan, soy tu profesora de español. Gracias a todos, estudiamos español juntos. Estudiamos cada día por la mañana, por la tarde y por la noche. Утром, днем и вечером. Muchas, muchas gracias. А сейчас давайте сделаем вашу домашнюю работу. На ваше домашнее задание, пожалуйста, переведите данное предложение. У нас есть три глагола отклоняющегося спряжения, которые мы сегодня выучили. Salir, hacer и tener. Вот они, ваши предложения. Пишем перевод в комментариях внизу, а я проверю.